Сегодня лабытнанские пожарные чествовали коллег другой службы быстрого реагирования. Свое признание и благодарность за спасение человеческой жизни на пожаре начальник отряда выразил инспекторам дорожно-патрульной службы. ЧП произошло 31 января в Обском микрорайоне. Из горящего дома буквально на руках полицейские вынесли женщину. С героями дня встретилась Светлана Кель. К такому повышенному вниманию госавтоинспекторы не привыкли. Буквально недавно об их героическом поступке рассказывали все федеральные СМИ. Сегодня полицейские вновь оказались в гуще событий. Благодарность им выразил главный пожарный города. Обычно у нас люди стараются снимать что-то на телефон, а потом выкладывать в YouTube, а вы как настоящий мужчина поступили, спасли женщину. Участниками спасательной операции стали инспекторы ДПС Александр Касьяненко и Аким Журбенко. Тот январский вечер они помнят в деталях. Суета, горящий дом и едва разборчивый крик о помощи. А тело лежавшей на полу женщины старший лейтенант споткнулся в задымленном коридоре. С напарником вдвоем они вынесли ее на руках. В чувство пострадавшую привели уже на улице. Когда мы оказывали первую помощь, женщина начала дышать, она открыла глаза. Вот тот момент было приятно. Вообще приятного, то, что человек живой. Спасение человеческой жизни – пример отваги, бесстрашия и героизма. Хотя, мужчины уверены, так бы поступил каждый, окажись на их месте. Возможно. Только вот огонь – стихия пожарных, а не профессионалы. Они умеют с ним работать. Очень приятно. Ребята действительно рискнули, потому что была реальная угроза как для жизни спасенного человека, так и для их собственных жизней. И от себя лично скажу большое человеческое спасибо им, и побольше будет таких людей, которые на пожаре действительно помогают не словом, а делом. Это у нас сотрудники МЧС, это ребята тоже отважные, я думаю, с таким крепким духом. Когда были на пожаре, также ребята сами, видно, что рисковали своими жизнями, да, ради спасения других. Тоже огромная им благодарность за это. Вот оно, межведомственное взаимодействие, хотя дело даже не в погонах, а в готовности прийти на помощь. Благодаря героическому подвигу сотрудников полиции у спасенной женщины появился второй день рождения. Светлана Кель, Сергей Антропов, программа «Время местное».